Привет, я Ева Иванова, мне 9 лет. Я очень люблю рисовать, ходить там, в школу. Любимый мой урок в школе – это математика. У меня есть рыбки и кот. У меня была такая микрощука-улыбака, но, к сожалению, она перевернулась пузиком вверх, и мы ее отправили на дискотеку. И я люблю петь, танцевать. Очень люблю сниматься в кино. И я люблю гулять с подругами. Я хочу стать ветеринаром, потому что я люблю животных. Еще я хочу стать художником, актрисой, потому что я люблю рисовать. Я люблю ходить по разным съемкам, играть роли всякие.